В Абакане огнеборцы эвакуировали студентов и тушили условный пожар в педколледже. Там прошли пожарно-тактические учения. По легенде, на первом этаже в библиотеке произошло возгорание на площади 120 квадратных метров. Большинство студентов и педагогов смогли самостоятельно покинуть кабинеты. Пожарным надо было убедиться, что в огненной ловушке никого не осталось, и ликвидировать возгорание. Условный огонь тушили 30 человек и 7 единиц техники. Планировка достаточно сложная, поэтому звеньям газодомозащитной службы приходилось проверять все помещения, будь то кабинеты, либо сама библиотека. И в ходе работы звеньев газодомозащитной службы двое пострадавших, которые самостоятельно не эвакуировались, были найдены и успешно эвакуированы на свежий воздух. Цели учений были достигнуты.